Рокамадур – крошечная деревня, основанная на скалистом утесе, выше ущелья на реке Алзоу в юго-западной Франции. Здание Рокамадура возвышается шаг за шагом в сторону утеса. Деревня, которая относится ко времени 12 столетия, была почти заброшена на произвол судьбы из-за войны и французской революции. Сегодня она снова популярна, и сюда каждый год приезжают тысячи туристов. В Валенсии на площади Плая де ла Мальвароса установлен удивительный фонтан, на первый взгляд напоминающий лодку с белоснежным парусом. Присмотревшись, можно увидеть, что корпус этого судна не что иное, как струи воды, играющие на солнце. Маленький вездеходик. Красивые носочки. Так теперь на улице дети играют. Мама решила немножко поиграть с лилигренком. Мама тоже является лигрицей, а не чистым тигром. Резьба на яйцах. Приукрасила слегка. Храм Посейдона, Греция. Всем удачи!